Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала. Продолжая ожидать свою пряжу для кардигана, мои руки не могут сидеть спокойно, им нужно что-то делать. Помимо того, что я вернулась к вышивке, позже будет видео на данную тему, мы делаем ремонт в ванной комнате, и я вот решила приготовить, так сказать, декоративные элементы, полезные, причем для ванной комнаты. Сейчас вам все подробненько покажу и расскажу. Первое, что у меня выполнилось, это вот такой вот стакан для зубных щеточек. Сам стакан, это, если кто знает, варенье от Махеев. Я его обвязала вот такой вот ниточкой. Ниточка это идет лен с хлопком от Семеновской фабрики. Как-то летом, даже, наверное, весной прошлого года я покупала два разных моточка. Мне захотелось сравнить их. Вот. И, значит, вот я, наконец, их пристроила. Планировала вязать одно, но в итоге вот получилось другое. Также для декора я использовала вот такую вот ленточку, которую я... Кружево это китайское с Алиэкспресс. Я сделала его в складочку. Также подшила, значит, к чехлу для стакана. Это косая бейка, как можете видеть. И цветочки для скрапбукинга, которые я использовала. Бечевочка и вот такие вот тоже листочки для скрапа. Все это я приклеила, значит, к украшательству. И мне кажется, будет смотреться довольно-таки неплохо. Следующей баночкой это была вот такая вот шкатулочка. Сейчас я вам ее покажу. Шкатулочка это, если кто занимался или занимается ли косметикой Avon, одно время эта шкатулка шла для ушных палочек, дисков. Вот они тут у нас и лежат. И вот здесь еще салфеточки были. Ну, салфеточки, естественно, закончились. Палочки и диски мы постепенно дополняем. И, соответственно, я сделала практически такой же декор, как и на предыдущей баночке. Показывать одной рукой не очень хорошо. Единственное отличие, здесь у меня идет хлопковое кружево и атласные ленточки для украшения. Цветочек, бечевочка и листочки используются точно такие же. Следующим была это вот такая вот баночка. Баночка это из-под, вы можете узнать, селедочки. Выбросить было жалко. И поэтому вот связался вот такой вот чехольчик, который украшен также кружевом хлопковым китайским. Ну, заявляет производитель как хлопковый, я, честно говоря, не проверяла, но, во всяком случае, не голая синтетика. И точно такой же цветочек, наверное, магнолии на данной карабульке тоже есть. Я думаю, сюда какие-то крема, маски поставить, чтобы это красиво смотрелось на полочке. И еще, ой, простите, и еще вот такая вот коробочка. Это обычная коробка из-под обуви, обрезанная верхняя крышка, сшит внутренний чехол, связан внешний чехол и вот тоже кружево и бечевочка украшена. Здесь я планирую хранить полотенчики, какие-то, возможно, ну, те же шампуни, допустим, красивые, которые впрок куплены, поставить. Вот, и, значит... Вот для таких целей сделана такая коробочка. Вот такой комплект из 4 коробочек у меня получился. Я думаю, может быть, кому-то данное видео будет полезно, как идея для декорирования ванных комнат или еще каких-либо комнат. В принципе, вот такие большие коробки можно обвязать и сделать и для хранения, допустим, тех же клубочков красиво, процессов, ну, для всего, на что у вас хватит фантазии. А на этом я видео свое заканчиваю и желаю вам всего самого доброго и до скорых встреч!